Уже в следующем году здесь все может выглядеть иначе. Проект реконструкции заводского шоссе прошел государственную экспертизу и получил положительное заключение. В планах преобразить шоссе полностью, расширить проезжую часть, построить велодорожки и ливневую канализацию. Будет выполнен весь спектр работ, начиная от коммуникации, от выноса существующих коммуникаций, перекладки, опять-таки, строительства участка ливневой канализации. То есть мы уберем воду с дороги и, соответственно, сможем организовать нормальное дорожное полотно с бортом, как это положено, с пешеходными зонами и так далее. Улица 22-го партсъезда также может стать спасением от пробок. Проект долгожданного строительства находится на согласовании. В планах построить два участка – от Московского шоссе до Новосадовой и от Карла Маркса до Ставропольской. Кроме того, муниципалитет уже направил в Минтранс 9 проектов капитального ремонта городских дорог, запланированных на следующий год. В общей сложности на сумму 5 с лишним миллиардов рублей. Если проекты получат одобрение и финансирование, это будет рывок в развитии Самары, отмечает глава города Олег Фурсов. И чем еще хорошо, что мы проектную документацию подготовили в текущем году? Если бюджет подтвердит нам финансирование, мы расторговаться сможем в январе-феврале, и как только установится нормативная температура в апреле, дорожники смогут выйти и еще раньше начать дорожный сезон. Значит, больше сделать. В этом году ремонт дорог также начался раньше обычного. По поручению главы города проектно-сметная документация была подготовлена заранее. Марина Матвеевна, Максим Гусев, Дмитрий Мешканцов. События.